Всем привет, я нахожусь на Балтийском море. Эта серия будет про виндсерфинг. Вот тут хранится снаряжение. Костюмы. Буду снимать девчонок. On the back, this is similar. Stay in the start direction. So then you take a little bit of balance and. Да, ее будет командовать. Ты держишь, и ветер сюда дует, и таким образом ставишь лодку в ту сторону, в которую ты хочешь плыть. А ветер тебе всегда дует в спину. Всегда должен. Таким образом, ты тихо достаешь парус, и в этот момент выравниваешь его, да, он ветер, парус, ну, вот прямо будет. Ну, это здесь просто так стоит. Потом ты достаешь. Если тебе туда плывешь, держишь мост вот этот левой рукой, а правую сюда. Нет, еще нет, он младше. А, нужно прямо. Твоя задача какая, чтобы ветер был, как там, например, сначала... Я теперь твоя задача, чтобы ветер... дул тебе в спину, и таким образом ты сможешь достать парус из воды. А еще тут куча медуз. Медуза? Медуза? Ну, медуза, она как земля. Старый морской волк пан Стяжкин вышел в открытое море. А, это мои рабы на галере. Мы еле спаслись от злых барракуд. Подписываемся на мой канал на YouTube, ставим лайки, комментируем. Будет много всего интересного. До новых встреч!